рада вновь приветствовать всех гостей моего кулинарного канала. Сегодня я приготовлю два салатика с куриной грудкой. И, конечно же, поделюсь с вами этими рецептами. Перейдем к приготовлению первого салатика. Одно отваренное куриное филе нарезаем мелкими кубиками. Мясо для салата, друзья, всегда отвариваю в подсоленной воде. Формировать салатик я буду в разъемной форме. Также его можно сделать просто в глубокой пиалочке. Под разъемную форму ставим плоскую тарелочку и первым слоем выкладываем нарезанную куриную грудку. Сверху куриную грудку смазываем майонезом. Вторым слоем выкладываем пол баночки консервированной кукурузы. Диетический салатик нужно хорошо придавливать и разравнивать с помощью ложечки, чтобы он хорошо держал форму. Следующим слоем выкладываем обжаренные на растительном масле грибочки с луком. Грибы у меня шампиньоны, но также подойдут и любые другие. Я их подсаливала, когда готовила. Сверху также смазываем майонезом. И заключительным слоем выкладываем морковку по-корейски. Сочетание всех ингредиентов, друзья, очень хорошее. Салатик получается сочный и вкусный. А также салатик получается очень яркий и хорошо украсит ваш праздничный стол. Вот такой вот, друзья, салатик у меня получился. Если вам понравился рецепт, не забывайте оставлять ваши лайки и комментарии под видеороликом. Мы переходим к приготовлению второго салатика. Для этого салатика нам понадобится небольшая горсть грецких орехов. Изначально я их подсушила немножко в духовке. Я их измельчаю с помощью ножа, также можно их измельчить в блендере. Мне нравится в этом салатике, когда орешки измельчены не сильно мелко. Отправляем орехи в салатницу и будем нарезать куриную грудку. Одного куриного филе, отваренного в подсоленной воде, для этого салатика будет достаточно. Также нарезаем его мелкими кубиками. Отправляем куриное филе также в салатницу. Также для этого салатика нам понадобится 3 куриных яйца. Нарезаем их тоже мелкими кубиками. Этот салатик получается очень вкусный, а также сытный. Нарезанные куриные яйца также отправляем в салатницу ко всем остальным ингредиентам. И теперь нарезаем помидорчики. У меня 4 помидорчика черри, также можно заменить их на один обычный помидор, это не принципиально. Если хотите, чтобы салат получился более сочнее, можете добавить и пару помидорчиков. Отправляем помидорчики в салатницу. Добавляем к салату 50 грамм твердого натертого на мелкой терочке сыра и пол баночки консервированной кукурузы. Также добавляем пару столовых ложек майонеза и хорошо все это перемешиваем. А теперь пришло время посолить и поперчить наш салатик по вкусу. Еще раз хорошо перемешиваем и наш салатик готов. Друзья, пробуйте, готовьте по моим рецептам. Надеюсь, вам эти рецепты понравятся. Если понравится, делитесь этими рецептами в ваших соцсетях, с вашими друзьями, близкими. А также оставляйте ваши отзывы, комментарии. Очень буду ждать с нетерпением ваши отзывы после приготовления. Всех от души благодарю за поддержку, за ваши лайки, комментарии, за ваши отзывы и пожелания. Для меня ваша поддержка очень важна. Всем хорошего настроения! Вот такой вот салатик, друзья, у меня получился. Как по мне, то он отлично подойдет для праздничного стола. Ну а я на этом буду заканчивать свой видеоролик. До скорых встреч в новых видеороликах. Подписывайтесь, кто еще не подписался на мой канал.